Взять под наблюдение хотят весь жилой фонд в Заинске. В августе этого года на Совете безопасности РТ было принято решение об обеспечении установки камер видеонаблюдения в многоквартирных жилых домах. Такая система в рамках программы «Безопасный двор» уже действует во многих городах республики. Всего в программу вошло 15 городов Татарстана. С 1 января 2017 года эта работа начнется и у нас. Сейчас ТСЖ проводят собрания с жильцами, где разъясняют необходимость установки оборудования и условия установки. Важность заключается в антитеррористической защищенности мест массовым пребыванием граждан, мест проживания граждан, сохранности имущества граждан. Кроме того, система видеонаблюдения позволяет оперативно среагировать, зафиксировать и предупредить совершаемое преступление или правонарушение. Соответственно, материалы видеосъемки являются одним из неоспоримых доказательств виновности правонарушителя или преступника. Также система видеонаблюдения является меры профилактики, ведь в случае совершения преступления лицо, которое знает, что в данном месте установлена система видеонаблюдения, возможно, решит не совершать тот или иной противоправный поступок. На сегодняшний день в город уже поступило 200 комплектов видеооборудования. Где будут установлены камеры, куда направлены, жильцы решат сами на общих собраниях. Где-то будут направлены на стоянку автомашин, на детскую площадку, на въезды, на выезды, даже на тот же бытовой мусор. Поэтому это, конечно же, мы технические составляющие, то есть мы монтируем, дальше подаем сигнал, обслуживаем все это. Основное это, конечно же, сами жильцы будут диктовать, куда это направить, как целесообразнее. Совместно с МВД, совместно с ФСБ, с прокуратурой. Естественно, встает вопрос, за чей счет эти удобства будут установлены и не ляжет ли тяжким бременем – это удовольствие на квартиросъемщиков. Устанавливать оборудование будет подрядная организация. Жители будут за эксплуатацию оплачивать до 45 рублей с квартиры ежемесячно. Эта сумма будет зафиксирована на 5 лет. К слову, с 2008 года в Заинске установлено 5 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей. Только в этом году при их помощи было раскрыто 9 преступлений. Камеры во дворах жилых домов позволят существенно снизить количество преступлений. Их эффективность заинцы смогут оценить уже в ближайшие месяцы.